Придержи. Приезжают тут всякие с большой земли. А нам потом их трупы из корчмы выносить. Спокойно. Только ты уж тут ни к кому не цепляйся. Эй, взгляни-ка сюда. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Шевелись, плотва. Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Чего надо? Ближе не подходи, опалишься. Что у тебя есть на продажу? Я бы не отказался от партии в гвинт.
Вперед, плотва! Чего надо? Я ищу Хаммонда. Зачем? Дело есть. В это время он обычно молится в часовне на пригорке. Если хочешь купить рабов, придется подождать, пока он закончит. Молится? Из того, что мне о нем говорили, мне не показалось, что он такой набожный. Все, кто с ним знаком, это знают. Еще один лазутчик. Вы знаете, что делать. Ну давай.
Вперед!
Боги моря, я никогда не жалел для вас даров. Пошлите мне новую победу, чтобы я мог принести вам еще одну жертву из моей добычи. Не обращай на меня внимания. Чего, сука? Я ищу Бертрама Таулера. А ты, сука, кто еще такой? Знакомый, одной твоей знакомой. Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться. Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела. Долбаные гильдии. А вы чего стоите, мать вашу? Мочи его! Жалкое зрелище. Хватит болтать! К бою! Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тилли, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Рисковать, а то все просрешь.
приятель! А чем больше пью, тем больше трезвый. За порядок. Вот паскуда. Ха, приветствую. Чем сегодня кормите? Бывай. Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом. Я тоже кое-что узнал. Он по-тихому торгует живым товаром. Корабль у него есть. Жемчужина берега. Ходит отсюда на скеллиге. Сменил имя. Теперь он Роланд Тройгер. Уважаемый новиградский купец и филантроп. Живет он в золотом городе. А что с Зелисой? За нее было некому заступиться. Тебя же со мной не было. Ладно, встречаемся у дома Таулера. Я буду ждать у ворот на круглой площади. Да. У меня есть план, как проникнуть внутрь. Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть. Подожди, пока сами не начнут. Вас ждут. Прошу за мной. Чувствуйте себя как дома. Ведьмак. Позвольте представить мою жену Летицию и двух моих карапузов. Вы знаете, кто я, и я вас наслышан. Вы много обо мне расспрашивали, а на такие вещи я всегда обращаю внимание. Из какой-то школы? Из школы кота нас мало осталось. Ведьмаки не могут иметь детей. Но могут их усыновить или принять под свой кров вместе с матерью и признать своими. Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом. А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь, а я решил, хватит мечтать. Говорят, ни один ведьмак не умер в постели. Я собираюсь стать первым. Это мы еще увидим. Мой друг хотел бы с тобой поговорить. Забери детей, Летиция. Гости хотят поговорить со мной наедине. Я слушаю. Геральт, говори ты.
А то меня сейчас кондрашка хватит, и я порешу ублюдка на первом слове. Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов. Каждый день она молится за меня. И знаете что? Кажется, это действует. Твою мать! Спокойно, Ламберт. В тот день, когда я сделал ей предложение, я признался ей во всем. И с того дня начал новую жизнь. Ты еще помнишь ведьмака Айдена? Убийство в Эландере. Хорошо оплаченное, как я догадываюсь. Я помню и его, и других. И обо всем сожалею. Только вот с Айденом все было сложнее. Что бы там ни говорили, мы не собирались его убивать. Нам пришлось, когда он на нас напал. Как, по-твоему, было дело? Айден принял заказ расколдовать дочку герцога. Взял деньги, напортачил и уехал, когда девушка умерла. Ты лжешь! Мы не должны были его убивать. Мы просто собирали долги. Денег у него уже не было, и мы потребовали его мечи. Он отказался. Начался скандал. Виена сидела в укрытии, и ее подвели нервы. Она всадила Айдену стрелу в глаз. А потом начала рассказывать собственную версию этой истории, чтобы замазать свою вину. Довольно рассказов. И что теперь? Ты действительно изменился. Теперь единственное, что для меня важно, это прощение. Ты поверил в эту чушь? Этот ублюдок врет, как дышит. Оставим его, пойдем. Ты охренел? Ламберт, это один из тех случаев, когда нужно сдержать бешенство и довериться тому, кто еще способен думать. Пойдем. Сука, Геральт! Ты что? Пойдем, я сказал. Ты всегда сможешь вернуться. Благодарю тебя. Объясни. Не собираюсь. Просто я решил, что Таулер не заслуживает, чтобы его хладнокровно убили. Если ты считаешь иначе, можешь к нему вернуться, но без меня. Как бы я хотел дать тебе по морде. Мы еще встретимся. Когда-нибудь. Бывай. Может, как-нибудь вечерком в бордель? Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки.